И снова здравствуйте. Начались мои прекрасные дни. Я на месяц приехал в Болгарию. Сделал малосоленый лосось. Купил впервые, кто смотрел мое предыдущее видео, это лосось, выращенный здесь в Болгарии. Я обычно дикий покупаю, но вот решил поэкспериментировать. Да, кстати, я привез из России соль крупную, нашу нулевую, крупного помола. Ну и вот получилось такое красивое блюдо, смотрите. Реально. Я еще перец привез из Турции красный, который не острый, а который вот я добавляю все время в лосось. И получаются вот такие слайсики. Режется идеально. Я уже попробовал, хочу сказать, что очень вкусно. И показываю все, что у меня здесь на столе будет, потому что я, естественно, получаю некое удовольствие от того, что я приезжаю в Болгарию, потому что в России немножко другие продукты, немножко все по-другому выращивается, вкус другой, и поэтому я здесь получаю удовольствие не только от того, что это вкусно, но еще немаловажно, это недорого стоит. Вот черный хлеб это из России я привез крупнозерновой, авокадо, которое, так, это базилик, помидоры, перцы, огурцы, все местное болгарское, кроме базилика. И здесь у меня петрушка, укроп и сельдерей. Яйца творил местные кокошки прекрасные. Сок портокал мне надавили вчера вечером, вот сегодня на утром на завтрак приготовил. Ну, салат айсберг, я его на бутерброд кладу. Ну, не могу, привык я к этому. Ну, примерно так вот выглядит наш женой завтрак. Абсолютно зожевский такой. Получается, вот такие дела бутерброды. Базилик кладу на авокадо. Авокадо я порезал, почистил, вы видели. И сверху лосось. Там написано семга. Местная аквакультура. Ну, очень вкусный оказался. Приятного аппетита всем!